Привет, меня зовут Алекс, я нахожусь на острове Самуи, недалеко от Олдтауна. И сейчас я покажу вам... Позади меня, во-первых. Это что? Это рынок. Сейчас я покажу вам, и мы сравним с ценами пхукетскими и вообще... Ну, просто я покажу вам, короче, рынок и какие здесь цены. Вот. Понятное дело, что он будет явно дешевле, чем на Пхукете, потому что Пхукет — это вообще, в принципе, дорогое место. Вот. Но если кому-то интересно, как дела обстоят с этим на Самуи, то welcome. Давайте прям так, без склеек, я вас проведу. Ссылка на рынок будет в описании. Вот есть фруктовые смузи. По 30, по 45 и по 60 бат, я видел, они стоят. Есть еще всякие разные супы. Бургеры, зацените, 80, 70 и так далее. Картошка фри по 30, по 40. Если кто-то любит. Вот сколько стоят супы, мне интересно. Насколько я вижу, цены здесь нет, и хозяина пока тоже. Ладно, может быть, мы сюда вернемся. Пока давайте пойдем дальше. Также режут всякие салаты, вот по 10 бат продают шпажки мясные. Они, в принципе, везде так стоят, это стандартная цена. Вот, смотрите, салатики. Нормальный салат 60 бат стоит. Окей, понял. Во, еще есть вот такая история. Какие-то морепродукты. Морепродукты с овощами. О, кукуруза. Кстати, вот кукуруза — довольно вкусная тема. Лично я подсел на кукурузу как-то. Она хоть и выглядит не очень вкусно, может быть, но... Ну вот, видите цены, да? Выглядит, может быть, она не супер типа вкусно, но на самом деле они ее так вкусно жарят и добавляют туда масло, что получается здорово. Вот. А я уже брал себе барбекюшки, кстати, вот здесь. Какая-то движуха тут. Вот такие барбекюшки по 10 бат. Ну, вы поняли. Вот чувак делает мандариновый сок. Вот так он прям как конвейер. Сок стоит, ну вот, от 30 бат и выше. Интересно. Также напротив есть рынок с одеждой еще. Если кого-то интересует. Рыба, овощи. Не знаю, сколько стоит. А, ну вот, типа 25. И так далее. Я думаю, это цена за порцию, мне кажется. Еще я брал хот-дог вот у этой прекрасной женщины. Hello. Вот, хот-дог я брал. Вот цены видите, но хот-дог я брал за 30. Вот он. Тоже вкусный довольно-таки. Можно выбрать сосиски на любой вкус. Здесь какие-то сладости, савадика, какие-то желе. Я такого не фанат на самом деле, но тайцы, говорят, любят. Так. Во, вот такая есть прикольная история. Со свежими всякими штуками. Ну так это будет выглядеть. Тоже тут что хочешь. Я, кстати, мясо в последнее время стараюсь... Хотя кого я обманываю, блин, только что сосиску съел. Но все равно стараюсь как-то больше на овощах, на фруктах сидеть, на орехах. Не то чтобы потому что полезно, хотя это тоже. Ну, просто так больше нравится. Какая-то вот эта сушеная история еще. Мне кажется, какие-то сладости. Да, савадика. Какая веселая девчонка. Да, наверное, это что-то сладкое. И вот еще пирожные. По 25. Рынок возле дороги находится очень удобно. Есть, что, парковка. А вон еще давайте фрукты вам покажу напоследок. Раз уж мы с вами тут сегодня собрались, ставьте лайки, кстати, если вам не влом.
Вот. А так вообще подписывайтесь. А то мне нужны сейчас подписчики очень, понимаете? Вот, по 30 бат можно смузи. Блин, слушайте, ну смузи выигрывает, мне кажется. Очень сильно по сравнению с пхукетскими маркетами, где оно минимум 60. Сосиски. И все такое. Ну да. Я думаю, в целом понятна история. Вот. Что вам сказать? Это был Алекс, остров Самуи. Приезжайте. Смотрите видосы. У меня много видео сейчас из Таиланда.